на пляж Ланжероун с Аркадием и отправились на электропаровозике, который курсирует по трассе здоровья и отправляется каждые 20 минут. Если выберете такой способ передвижения, то не забудьте захватить с собой легкую верхнюю одежду, ведь поездка будет с ветерком. Ланжероун – любимое место отдыха детей, ведь здесь находится популярный дельфинарий Немо. Фонтаны, развитая инфраструктура, много ресторанов, кафешек, роскошных гостиниц и замечательный пирс. Короче, Ланжероун мне понравился очень. Однако на самом пляже желающих отдыхать много, а вот желающих убирать за собой мусор оказалось намного меньше. Ланжероун прикольный тем, что здесь можно порыбачить, а также просто спокойно посидеть и насладиться видом моря. Важным преимуществом Ланжероуна – это близость к центру, так что вечер мы провели в Стамбульском парке. Это живописный сквер и популярное место отдыха одесситов и туристов. Стамбульского парка разрабатывался турецкими специалистами, поэтому все цветочные клумбы повторяют турецкий национальный орнамент. Если видео было интересным, ждем в гости у нас на канале. Ну а мы побежали дальше.